Не наказать, а предупредить правонарушение. Цель совместных рейдов соцзащиты и ГИБДД – напомнить автомобилистам, что эти знаки установлены для тех, кому сложно и трудно преодолевать расстояние. В основном парковки для людей с ограниченными возможностями не заняты. Автомобилисты стараются быть послушными, но не все. Сегодня анализируют состояние дел на 9 парковках в общественных местах. Сотрудники ГИБДД отмечают, где разметка и знаки должны быть установлены по ГОСТу и направляют сообщение в администрацию. Профилактической беседой разбираются в правовой коллизии, когда машиной пользуется не только инвалид. Только либо управляемых, либо перевозимых. Соответственно, в данной ситуации, когда вы не перевозите инвалида, данный знак у вас не имеет права быть установлен, соответственно, законодательству. То есть, если вы его перевозите, вы ставите знак. Это законодательство такое. Знак на машине в отсутствие владельца или пассажира с группой необходимо удалять, что и делает застигнутая врасплох автомобилистка. Месячник «Парковочные места» проводится традиционно в связи с Международным днем за права инвалидов. И рейды будут продолжены. Как показывает практика, особо плачевная ситуация с местами для инвалидов в жилом секторе.